Продолжаем выпуск. В Таразе после изнасилования семиклассницы закрыли уличный туалет, на всех дверях повесили замки, а вход заколотили. Теперь учащиеся пользуются уборной только в школе, в ней весь день дежурят учителя, а детей после урока встречают родители. Семиклассница подверглась насилию в школьном уличном туалете. Подозреваемого задержали. После страшного происшествия уволилась директор школы. Завуча, учителя математики, дежурного педагога и вахтера уволили. К дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек. Сегодня стало известно, что уволилась и руководитель областного управления образования. Руководитель областного управления образования в первую очередь педагог. Во-вторых, с моральной точки зрения она написала заявление об уходе по собственному желанию. Ее никто не отстранял и не оказывал давления. Учитывая стаж, без работы она не останется. Руководитель городского отдела образования с 5 ноября находится на больничном. После выхода она тоже напишет заявление об уходе. Что касается видеонаблюдения в школах, то глава региона поручил на 100% обеспечить все школы. Предусмотрено 54 миллиона на замену около 4000 видеокамер, которые вышли из строя. Также поручено до конца года привести в порядок туалеты и в 7 школах поставить ограждение.